Сильный пожар произошел сегодня утром в Слободе Подновья. Пожарные не могли подобраться к горящему дому из-за слишком узких и нечищенных дорог. Ай-яй. Что-то горит. Походу дом. Быстро приехали, мы здесь что-то так накшидали. Они не могли подняться. Они, видите, вон шланги так вот тянут. С той стороны и с этой протянуты. Прям открытый огонь прям был. Сначала начал полыхать, а потом открытый огонь пошел. По прибытию подразделений по факту происходило открытое горение по всей площади дома. В здании никого не было. Произвели отключение электроэнергии, так как район слабо обеспечен водой. Пришлось издалека, то есть устанавливать машину на водоисточник. Ширина дорог не позволяет многим автоцистернам производить маневрирование между домов, поэтому автомобили были установлены на определенном расстоянии допустимом, проложены рукавные линии и приступили к тушению пожара. Дом использовался под дачу, печное отопление там наличествовало, но им никто не пользовался последние 5 лет точно. Дом был очень крепкий. Сухой, надежный, вот, вполне себе когда-то пригодный для проживания дом. Он не был газифицирован. Труба проходит по участку, но газ в дом не заводится. Не подведен, да? Не подведен. Проводка была в прекрасном состоянии, сделана по стандарту. Следили постоянно. Я думаю, что все-таки это привнесенный снаружи огонь, который был занесен в дом каким-то образом. Факт произошедшего устанавливается сотрудниками надзорной службы, то есть после проведенных исследований будет уже выявлена причина. Сейчас опасности для ближайших домов нет. Опасность была снята во время тушения пожара.